Журналист национальной вещательной компании «Саха» Дмитрий Аргунов стал победителем конкурса СМИ в рамках энергофорума «НС Медиатек». Диплом первой степени регионального тура наш коллега получил за цикл передач «Дом с умом». Сегодня в Якутске также подвели итоги республиканского этапа всероссийского конкурса в области энергосбережения. Обладателем первого места стал городской округ Жатай с проектом энергоэффективного детского сада. Победители нашего конкурса будут уже направлены в Министерство энергетики Российской Федерации для участия на всероссийском конкурсе. Всероссийский конкурс пройдет в рамках международной конференции НС, это по энергосбережению, 29 ноября в городе Москва.